Это часть садового участка с твердым покрытием, расположенный, как правило, неподалеку от дома. Здесь сосредоточен центр жизни всей семьи. Есть особая прелесть в том, чтобы сидеть среди зелени, любуясь закатом и наслаждаясь теплым летним ветерком за чашечкой чая или за бутылочкой хорошего вина. Иногда патио располагают подальше, в глубине сада. Патио всегда связано как с домом, так и с садом. Примыкающий к дому, позволит вашей семье в хорошую погоду обедать на свежем воздухе, а маленькая площадка возле дома больше подойдет для того, чтобы устроить на ней маленькое уютное патио. Растения, которыми обсажено патио, смягчают края его покрытия, создают тень, а также защищают площадку от порывов ветра. Размеры патио должны гармонировать с размером вашего дома. Прекрасный вид на весь сад откроется с патио или с террасы, расположенной неподалеку от дома на возвышении или на вершине склона. Для такого патио лучше всего подойдет деревянный настил, недорогой, не требующий опорных стен. Выбирая проект, помните, чем проще патио, тем лучше оно выглядит. Например, вместо того, чтобы резать и подгонять вдоль изогнутого покрытия каменный бордюр, лучше окружить его край красивым кустарником или цветами. Это от этого ваше патио только выиграет. Из кирпичей хорошо выложить покрытие внутреннего дворика или небольшой уголок для отдыха. Но покрытие большого патио, сделанного из кирпичей, будет выглядеть слишком пестро и утомлять глаз. Если все же решили остановиться на кирпичах, выбирайте глиняные, которые будут смотреться гораздо лучше, чем бетонные. Песчаник для покрытия патио применяется даже чаще, чем гранит. Правда, на влажных и тенистых участках сада такое покрытие будет слишком скользким. Не стоит забывать и о том, что имеются первоклассные имитации брусчатки, отлитые из бетона. Деревянный настил неуместен рядом с кирпичным домом. Здесь в качестве покрытия явно просится натуральный камень. При постройке патио прекрасно могут сочетаться различные материалы. Еще хотела сказать, если делаете маленькое патио и визуально его хотите увеличить, то делайте его к зданию под небольшим, под каким-то углом к дому. И тогда он будет смотреться намного интереснее. Ну, я бы хотела сказать, что патио очень красиво украшают горшки с растениями. Здесь можно поставить горшки с растениями, поилку для птиц. Это все дополнительно украсит патио. Ну, что касается моего патио, то видите вокруг него миксбордер. Как я уже говорила, человек чувствует себя защищенным, если рядом с ним какие-то высокие растения. У меня здесь куст бузины черной Мадонны. Она высокая, и она дает такую вот иллюзорную защиту. Но это очень приятно, и человек чувствует себя за столиком вот более уверенно.